Большим событием в День гражданской обороны стало открытие памятного знака пожарным, погибшим при исполнении служебного долга. Стелу расположили на территории первой спасательной части. Именно отсюда ровно полгода назад на очередное задание выехали начальник караула Александр Кубышин и старший пожарный Артем Мусикаев. В горящем цеху на территории мебельного комбината произошло обрушение перекрытий. Молодые люди погибли. Для нашей части это означает в первую очередь то, что мы их никогда не забудем. Вот, они останутся в наших сердцах навсегда. Это будет память не только для нас и для нашей части, это будет память для всего пожарно-спасательного гарнизона Ивановской, города Иваново. Ну и вечная память для нас останется. Еще на одной фотографии начальник городского управления пожарной охраны Сергей Матвеев. Это коллега из прошлого. Он погиб при тушении крупного пожара в роддоме в декабре 1939 года. Дизайн разрабатывали студенты Ивановского художественного училища. Задача стояла непростая. Это должен был быть именно памятный знак, не похожий на надгробие. Лучшим сотрудники МЧС выбрали этот, скромный и лаконичный. Из изображений только фото погибших спасателей, каска с топорами и как отдельный элемент пламя. Там некое пламя, но не так открыто, как бы, а стилизовано, потому что и так каждый день они сталкиваются с этим явлением, как огонь. И вот это стилизовано немножко более лаконично, чтобы не обжигало, как бы, душу тех, кто смотрит на этот памятный знак. Знак осветили. После этого всем желающим было предложено посетить панихиду в память о погибших на пожаре. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.